Ой, какая тут жара. Когда у тебя ребенок маленький. Вообще верите, что я все знаю? Это вот мой главный подарок. В Китае, блин, везде электрокары. Тут 77 тысяч юаней, это почти лям. Меня с днем рождения. Ванклиф у меня уже есть. Так выглядит праздничный ужин. Коротко о ценах в Китае. Ну, конечно, пока никакие. 6500 мы сейчас отдадим за такси. Ну, классная, красивая. Так, что я ем? Когда летела, думала, что я уже не хочу лететь. Но борщ мне помогает. Пап, я что, филин? Да, это, ну, собственно, жмем, потому что у меня паранойя. Первый глоток, вашу честь. Уже не рассказала самую Папа. Пап, я что, филин? Давай, возьми его. Едем в отель. Шуткин. Короче, я держала на руках шестку, но я поспал на руках. Вот так. Мы поехали. Там, конечно, написано были отели. Диме говорю, иди узнай. Это, говорит, трансфер до отеля. Я говорю, это платно или бесплатно? Не, говорит, бесплатно все. Я так удивилась, типа, ну, мне ничего не писали, я же блокировала отель. Садимся в машину, спрашивает, сколько стоит? 500 юань. Просто 6500 мы сейчас отдадим за такси. И Дим такой, ладно, пофиг, поехали. Мы даже бы на вонючем бы таксишке поехали за 3,5 года. Даже меньше. Какие? Представляете? 4000 минимум было. Боже, я так и знала, что его... Вот честно. Ой, папа. Ой, кто там наверху? В общем, едем в отель. Я, конечно, такая голодная просто. У меня сейчас садит... Сейчас садит телефон. Я вам пока ничего. Сейчас все пробки соберем. Класс. Так, ну что, мы приехали, заселились, сразу легли спать. Пойдем мы вдоль этого. Поспали полчаса. Дима начал качать, я, естественно, не усну. Но я уже... Ну, ладно, давай потом уже покачаем его. И вышли мы в Хаяте. Вышли из The Place, моя любимая, напротив. Идем, будет тут у нас... ну пойдем сюда. Есть там, наверное? Ну, или тут можно, наверное, съехать. Хотя нет, здесь, наверное, нельзя. Вон счет. Вот, и идем быстро в Baker & Spice. Давай. Идем быстро в Baker & Spice. Переход непонятный, да? Ну, типичный. Китайская ситуация. Я хочу суп. Возьмем с собой, дом поедим, потому что Кристофер... Потому что Кристофер уже зевает. Он, конечно, не доспал, бедняга. Вот, сейчас быстренько туда-обратно. Мне, конечно, не верится, что в Шанхай я вышла вообще, блин, просто... Я даже лифчик из меня не успела. Зато я сходила в душ, помыла голову. Чувствую себя человеком, Кристофер чихает. В самолете было вроде бы 25-5, но такое прохладное. Я, конечно, его накрывала, и голову, и все, но... Как-то так. Вот здесь The Place. Там вкусно, я туда сюда ходила, я вам, если мои влоги смотрели, я сюда ходила, Starbucks. Я на пешеходной, Дима, ты? Я здесь просто съеду. Вот. Так что... Ой, так прикольно, я забыла, в Китае, блин, везде электрокары, все такое бесшумное, тихое. Ой, быстрее бы поесть, я же умру. Типичная ситуация в Китае. H&M. Диме говорю. Мы просто вещей много не взяли. Диме говорю, сейчас зайдешь, шорты, если футболку купишь, и мне тоже нормально по дому ходить. Что там, 1000 рублей, наверное, будет максимум. Ну что, Starbucks, мы идем вот сюда. Ой, как классно, вообще пахнет, вот оттуда пахнет шашлыком. Надо будет сюда обязательно сходить. Вон турецкая, да, кухня? Тут как обычно ажиотаж, блин. Мое любимое место. Осторожно. Ну, мы сейчас быстро закажем. Ой, как я скучала. Вот такой вот у меня будет сейчас огромное блин-бадья. Это фоба, бульон и паста. Обед-ужин. Я сейчас укладывала Кристофера.
полчаса все поспал. Наш стриблер скажет, что не отпускает, независимо от того, сменили мы часовой пояс или не сменили. Ой, кошмар, ну ладно, ничего. Так, в итоге с ним тоже уснула. Я прошла с ним, уснула, я уснула, сходила в душ. Я вам говорила уже. Дима, короче, взял... Сейчас, секунду. Дима, блин, взял мой суп. Я заказывала без лука. И он, блин, забрал мой без лука. В итоге у меня суп с луком. Но я его есть не буду. Сейчас я постараюсь его поубирать. Не знаю, найду, нет. Так. У меня уже, конечно, блин, все, блин, смешалось. Так. А тут тоже лука нет. Значит, китаец нас не так понял. Ну и замечательно. Лапшу немножко размягчим в бульоне. Очень вкусно. Солененький чуть-чуть. А завтра возьмем, я думаю, завтрак. Так, зелени я много не ем. Что еще? Красный перец не буду. Добавлю чуть-чуть проростков. Не знаю пока, как Кристофер отреагирует. Думаю, что все будет окей, потому что я их ела, когда была. Ставим начать беременность, так что свинья. Так. Ну, конечно, пока никакие. Я понимаю, что я, конечно, стала больше Димы, это бесспорно. Я понимаю, что надо взять себя в руки, но я дала себе день от слабины и завтра уже начать заниматься делами, потому что Дима уедет скоро, и мне, а я останусь одна с Кристофером. Вот, и мне нужно, мне, короче, нужно подготовиться. Я сегодня на бодрствование его, сейчас схожу, наверное, в Эйчик. На следующем. Для себя. Шорты с футболкой. Домашние, потому что мне не в чем ходить. А одежду я пока не забирала у Оли. Но она, наверное, не хочет смотреть, как я ем. Короче. На сегодня, думаю, все. Завтра к вам выйду. Блин, ребята, вы вообще верите, что я все хая? Блин, вообще я не могу поверить. Дима должен был купить мне футболку, но он ни черта мне не купил. Я H&M просто вот, напротив, чтобы вы понимали, он еще работает. А еще здесь настоящая ночь. Честно, меня в Питере уже это достало, что это не ночь, а вообще непонятно что. Дитё моё не спало вообще, то есть оно не уходило в сон, днём это всё было тяжело, конечно. Сейчас с этим намного проще, вот. Я иду в H&M, я, блин, так рада, не могу! Вот. Сейчас, конечно, будет чуть-чуть родновато, потому что мы же будем в отеле. Потом мы едем, заезжаем в квартиру на месяц. Потом из этой квартиры мы заезжаем. Нам нужно найти еще другую квартиру. Ой, ну ничего, зато мы дома. Я когда летела, я хотела рассказать про перелет, я, наверное, завтра расскажу. Я когда летела, думала, что я уже не хочу лететь, но это связано было с сыном, конечно, и его переживаниями. Потом, конечно, когда прилетела, успокоилась. Ему вообще пофиг. Мне кажется, там, где мне хорошо, там ему хорошо. Ой, блин, я, кстати, вы это видели? Я, кстати, так люблю Эйчик, даже несмотря на то, что он меня чуть не убил. Это я понимаю цены. 300 рублей майка, 400 рублей майка. Коротко о ценах в Китае. Носки H&M детские, Меша.
200 рублей. H&M рубашка купила сыну. Не вижу. Тоже 300 рублей. Валик. 150 рублей. Там еще у меня лежат майки. Майки я взяла по 100 рублей. Шорты я взяла из новой коллекции. Мне очень понравились. Но у меня проблемы с оплатой по вечерам. Сначала оплачу тенча. Тика тенча. Вот, а потом, окей? Цель коктейла. Лучше сначала карты, а потом посмотрим. Си-си. Короче, ой, вообще. Не удержалась. Хочу вам показать. Купила Кристоферу. Не спрашивайте, почему я взяла льва. У нас с мужем и сыном свои секретики, свои ассоциации. Но я уверена, что ему понравится. Дим сейчас только начнет тарать, он классно нравится, прикольно. Смотреть. Надо себе взять. Он уже тарать, что я купила, а ему не разрешаю. Но он мне уже сказал, он пришел сегодня такой, говорит, не сына, я посмотрел. Ну, типа, с зарплаты тебе куплю. Все, что ты хочешь. Лоусон. Хочешь что-нибудь сладенького? Нет, пойду домой. Или убежать, что ли. Что я сладенького возьму? Нет, все, хватит, Оксана, ничего сладкого нет. Попей воды лучше. Попей водички. Ой, иду домой. Дышу шанхайским воздухом. И не верю, что я была здесь почти год назад, друзья мои. Представляете, почти год прошел. Блин, ну давайте, я что-то с комментария. А, блин, вообще, вы верите, что я тут, я как бы разговариваю, как будто я не знаю. Ой, деревья какое-то, но я правда настолько не верю. Потому что мои мысли заняты только моим ребенком. А тут Шанхай. В общем, Дима мне уже обрадовал, сказал, завтра пойдешь в Starbucks. Ой, вот она материнская. Сейчас я еще книжки взяла с собой. Возьму книжку и на 30 минут сгоняю в Starbucks с вами. Вась возьму с собой. Больше не пойдем, потому что сын растет по дням по часам. Но Диму я, естественно... Диму я, естественно, тоже отпущу. Не переживайте. Просто я вам все не показываю. С Димой, например... Одела H&M. Вот и моя очередь пришла. Мы хотим завтра на завтрак сходить с сыном в Дуне. Он нормально стал реагировать, и мы на часик. Ну, возьмем его по очереди, будем кушать, игрушки его возьмем. Он спокойно сидит. Привет, колясочка. Доброе утро, друзья. 3-3-0-3. Thank you. Что мы имеем? Мы имеем завтрак. Вкусный. Вкусный? В китайском стиле, ребята. Не забываем, куда мы прилетели, правильно? Я буду обязательно суп. Люблю суп китайский. Я проснулась. Уже думала, что это будет, по-моему. Дима сходил позавтракать. Кристофер спит. Мы решили дождаться хотя бы до 10. Чтобы он отдохнул немножко. Отдохнул, поспал. Спался вафли были на молоке, к сожалению. Это есть корабль булочки. Все выдержит достаточно тихо. Тут индеечка лежит. Сейчас будем завтракать. Так, что я ем? Обязательно суп китайский. Яйцо, чуть овощей, хлебушек. Я не очень голодная. Там еще была каша. Завтра буду кашу есть. Сегодня попробую только. Я прям скучала. Скучала по этому завтраку разнообразному. Вот. Мешки добавила. Скорее всего, они со свининкой. Ну и ладно. Ладно, будем кушать. Надо сегодня убраться. Дима завтра уезжает. Мне нужно сделать симку. У меня сейчас не работает сим-карта. Я тут на Wi-Fi, он очень плохо работает. Нужно сделать симку. Нужно сделать... Я вам показываю, как китайцы едят лапшу. Вот так. Ты типа закручиваешь, и она получается из уклона, и тогда она держится.
Нужно сделать симку, нужно съездить и забрать ванну, чтобы сесть раскупать шезлонгом. Нужно найти коврик, чтобы он холодил. Я уже взяла полотенце, кстати, чтобы на полу стыдно расстелить. Что еще? Нужно сходить в Миниса. В Миниса купить всякие мини на дом, ну, даже сейчас в отеле жить. И что еще? Ой, она вам правые булочки взяла. Блин, я так скучала по этому супу. Обожаю. Обожаю, просто обожаю. Любимые баклажанчики. Они в масле, поэтому много нельзя. Вкусно. Вот. В общем, дел тебе много. Надеюсь, что успеем. Бля, вышли подышать. Человек курит. Ну ничего там, курилка. По массе. Он наш в таком шоке. Мы сейчас в Хаяте. Тут все такое прикольное. В общем, можно выйти, там у нас вид из комнаты на сад. Я вам покажу нашу комнату, когда мы ее уберут. Ну что, ты вышли после пробуждения на 5 минут подышать. А мы можем сесть в окно. Три волосинки Кристофера. Радуются этому событию. Да, гномик. Оставила Диму с Кристофером. Он сейчас поспал. Хотел больше 2 часов, но мы не дали, разбудили его. Ну, потому что нечего спать. Ой, есть. Сейчас спросите шнурки. Не ногая таз, да? Есть нормы сна. Ой, я думаю, что запах. Вот так вот, сразу вышел. Больше ко мне нельзя вместе с пассажиром. Здесь, конечно, такие жесткие условия для обслуживающего персонала, но это Хаят, не хухры-мухры. Что хотела сказать вам? Короче, сейчас, блин, чуть не поругались с Димой. В общем, мы когда были дома, он мне сказал, что он взял работу. Он будет с 4 до 10. И, то есть, я, например... И получается, что я могу, например, приехать, если понравилось смотреть зоны, и чтобы поработать. Можно было в свой MacBook не брать. Вот, и я ему как бы... Он мне сказал, что будет работать с 4 до 10. Я подумала, ну нормально, как раз, то есть я там позавтракаю, соберусь, схожу в душ, и он поедет на работу. В итоге он сейчас говорит, я буду вставать в 5:30. Я говорю, в смысле ты будешь вставать в 5:30? Я же тебе сказала, ту работу отменили, у меня новая типа работа. О, Господи, то есть вы понимаете, да, что он завтра уедет на весь день, я в отеле с Кристофером одна. Он говорит, посадишь его в коляску. Я подумаю, Кристофер не сажаю. Потому что он не держит шею, а он туда проваливается вот так вот, и там сидит проваленный. О, Господи. Короче, я завтра без завтрака, без обеда и без ужина. Ну, я так, конечно, немножко зла. Закажешь их в номер. О, Господи. Все как обычно. Просто если бы это была квартира, да, это, во-первых, было бы удобнее, можно было бы его на шезлонг посадить, да, и пойти. Или если бы это была удобная коляска, не думаю. Но прикол в том, что это не то и не другое. И плюс еще, ой, какая тут жара, бог ты мой, ребят, умереть можно. Вот, плюс еще, если это квартира, можно оформить доставку. Доставщики просто у двери оставляют и уходят, например. Как вот этот вот человек, который идет с пакетом. То есть я бы была не голодная, а получилось так, что я теперь их доставку не могу заказать. Потому что в отеле они привозят на первый этаж в лобби. Они в номера не поднимаются. Ой, ребята. Заказала Икею в квартиру, в которую мы заедем. Потому что у нас нету ни одеяла, ни полотенец, ничего нет. Вот, заказала Икею и сейчас иду... заказала еще коврик, чтобы Кристофер лазал. Сейчас иду в Миниса. Мне почему-то кажется, что я его здесь видела. Либо здесь, либо в соседнем здании. И в Миниса я хочу... Что я хочу в Миниса, скажите мне? В Миниса, ну там по мелочи надо кое-что купить. И я думала, если не ошибаюсь, мне казалось, что там есть складные вот эти квадратики с
складные тоже. Там небольшой квадрат, но мы особо не лазим, нам просто еще ближать. Он может лежать на полу на полотенцах, а сверху его пеленки. Вот, так что вот так вот. На улице жара, я сейчас думала о том, что, может быть, постирать пеленки и выйти на улицу с ними, кстати, за 10 минут они высохнут. Ой, потому что не открываются окна, и сушить, конечно, негде. Белье копится в пакете. В общем, как-то все вот так. За обратном пути зайду в Starbucks, посидеть, как обычно, не получилось. Но я уже привыкла, это жизнь с ребенком. Тут просто невозможно строить какие-то планы. Все идет, где ребенок отдыхает. Классно, мы думали, сейчас еще, может, вечером сходим, пройдемся, погуляем, посмотрим. Вчера просто Кристофер спать, конечно, хотел. А сегодня посмотрим, как он будет. Зара! Смотрите, Зара, Адидас. Ох, это жизнь без санкций. Обожаю, обожаю. Массимо Дути вот впереди. Тесла тут даже есть. Виктория Сикрет. Зара Хоум. Классно! Зара Хоум распродажа. Надо будет идти посмотреть посуду для дома. Мы идем в минус первый. Падут мне. Сэндвич я в итоге... беру себе сэндвич, просила, чтобы они делали горячее, они сделали горячее. Ну ладно, ничего. Беру, интересно, из холодильника хлеб, мы сегодня съедим с Димой. Взяла сэндвич с хамом и второй с лососем. И из холодильника беру завтра по завтраку им тогда. И взяла. И мне сказали, что из всего вот этого, что моего любимого, лишь один бейгл без молока. Так что я взяла себе бейгл. Тоже, видимо, на завтра. Сиси, Сатья. Вот, сейчас идем в Starbucks. Мне нужна матча. Я немного, мне нужно закрыть этот долбанный гештальт по матче. Народу тьма. Ну, это то, что обед. Люди отдыхают, гуляют. Starbucks! Блин. Или брать не буду. Отправлю его самого. Пускай идет. Сидит, отдыхает. Я хотела помонтировать, но, видимо... но, видимо, в свой день рождения устрою себе подарок и буду монтировать. Тут всякие вкусности появились. Не знаю, они, наверное, тоже с молоком. Кто-то забирает кофеечек. В Старбаксе летние всякие штуки, фрапучино, на улице жаришка. Мне нравится вот этот стакан, ребята. Выглядит прикольно. Интересно, есть тут, смотрите, чайно. Классный. Только оставлю же, посмотрим, что здесь есть из новой коллекции. А я вам не рассказала, да? Дима угробил мой термос. Он просто отвинтил крышку, и все, она сломалась. Ой, смотрите, какая красивая бутылка. Мне нравится. Так, давайте посмотрим, что еще есть. Вот тоже красиво. Удобненько, можно в руке нести, и ручка опускается, значит, можно в сумку кинуть. Тоже красивый такой. И все. Вообще, мне нравится, что во всех Старбаксах термосы все разные, можно все разное купить. Так, меня уже позвали, все уже сделали. Ну что? Друзья мои, первый глоток в вашу честь. Боже, как это вкусно! И будто не было этого года с нами. Ну что, все, пойдемте. Там сын дома один, блин, с мужем. Надо с ним играть. Эстетика моих дней, чтобы вы понимали. Это кремажопка, лобка, лобка. Вот так вот сижу, ем, играю, пью. Ломится и мне. Потому что на детский этаж нашла купание для грудничков, но снимать нельзя, такая детей. И нашла наконец-то, что я хотела сходить, так и не сходила, но уже не пойдем. Это мир игровых автоматов. Смотрите, туда он еще идет дальше, и там тоже. Мы не пойдем, здесь слишком шумно. Я думала с ребенком сходить, но здесь слишком шумно. Не могу найти коврик для ползания. Я заказала онлайн. Хочу найти купить ребенку, потому что мы ползаем на полу в отеле, на полотенце, на пеленке, блин. Я уже все обыскала, заходила в огромный магазин игрушек. Нет, и все, я уже не знаю.
Ну, зато я столько всего нашла. Прям классно. Но игрушек нет. Можно что-то лепить вот из глины. Ну, в общем, прикольно. Рыбоньки. Почему вот так всегда? Все, что ли? Все тогда что? Идем домой. Здесь я была, вот в этом магазине в огромном. Там тоже нет. Я нашла что-то на первом этаже. А вон Муджи есть. Посмотрим, сходим. Может, там есть хоть какой-нибудь, знаете, хоть, блин, какой-нибудь коврик, можно не детский, просто его расселить, чтобы ребенок ползал. Вот. А, нет, я думаю, который, блин, для дома. Я нашла, короче, магазин с этими штуками для дома. И я думала вот в него потом зайти. И в нем, видимо, будем. Там был какой-то что-то подобие коврика. Но я только время потеряла. Помните, хотела вам показать. Посмотрите просто на этот бардак. Это значит, когда у тебя, ребенок маленький. Там просто Кристофер. И это не наша квартира. И это отельный номер. Мне стыдно ли мне? Ну такое. Короче, я заказала ванночку на Taobao. Смотрите. Она идет сразу с горочкой. Мне так понравилось. Блин, 39 до сих пор. Сейчас поменяю. Лейка, шарики, я. Очень удобная. Сейчас я ее охлажу чуть-чуть и будем мыться. No, мы встретили Шелли. Она нам подарила подарок для Кристофера и для меня. О, so cool. Кристофер. Шелли сама. Это ее второй ребенок. Подружка ее. А я сейчас буду есть рис. Быстро. Быстро ем рис. Время 9 вечера 10 минут. Дима приехал с работы, и я иду есть. Наконец-то. Если они сейчас скажут, что у них нет супа, я буду очень злая. Вообще работают до 10. Не знаю. Может, у них конечно, будет какая-нибудь паста. Но мне нужен суп. Я хочу съесть суп. Я вчера ночью была такая голодная. Просто я, по-моему, говорила утром. Я уже не помню, что утром говорила. А, кстати, я вернулась с завтрака. Что я вам говорила на завтрак? Вернулась с завтрака и пошла... после завтрака. Легла спать с Кристофером. Не стала... А, мы проснулись в 8:30, и как бы это его режим. Режимное время. Но я не стала. Я дала ему тичку и решила его усыпить. И мы проспали с ним до 11:30. В итоге сейчас время 9, мы проснулись с 3-го дневного сна. То есть он перепутал время. Но я решила эти 2 дня, пока Дима на работе, дать ему адаптироваться, потому что он вчера так возился, бедный, он вообще не спал. Я это уже говорила, по-моему. Вот, он все-таки ребенок, так что пускай, пока ему надо, пускай спит. Вот. Что еще? Хотела купить Starbucks. На утро, на завтра. Дима говорит, что он мне закажет. Так что, наверное, не буду. Так нравятся здесь дома. Я думаю, может, нам здесь квартиру посмотреть. Удобно, блин, торговый центр рядом. Парк рядом, все есть. Я так хочу есть. Надо взять еще какие-нибудь сэндвичи, наверное, на перекус. Так, ночью проснемся. Мы вчера проснулись, и надо было поесть, блин. В итоге мы не поели, и... Я не могла уснуть. Огонь поела, ребята. Короче, у них ничего нет. Вот забираю остатки на выброс, был хлеб. Забираю остатки хлеба. Вот и весь мой ужин. Интересно, сколько я вешу? Может, из-за хлеба, кстати, как раз-таки я вешу много. Что он немного кладет, но вам сколько лет? Там Диме. Сейчас идем в Starbucks. Там, по-моему, роллы какие-нибудь есть, наверное. Или пойду в Family Mart. Вот, в Family Mart есть какую-нибудь пасту возьму или рис, в общем, что-нибудь поем. Я, конечно, расстроена, все, рука голодная. Ну, ничего страшного. С хлебом напарюсь, блин, буду спать. Почему я прикроюсь книжкой, не записываю видео эти 2 дня, когда Дим на работе, потому что, чтобы понимали, у меня вот ребенок со слюной изо рта. Сейчас я вытру, Кристофер.
Я пью чай. Чай я пью, чтобы вы понимали, с деревенским хлебом из России. Чай у меня с сахаром, потому что, чтобы я не упала в обморок. Дима не успел мне заказать еду, он на работе. Кристофер вчера ушел на сон в 3 часа ночи. Он не может перестроиться, это был просто кошмар. Дима встал на работу в 5:40. Мы, конечно, поспали до 10, но я играю, уборщица мне помогает. Я потом вам запишу, как это было тяжелые 2 дня, да? Да? А у тебя как дела? Хорошо? Ну что, у меня с днем рождения. Время 9:30. Дима сходил позавтракал. Я, честно, не хотела идти. А он мне говорит, иди, иди, не сиди тут. Ой, честно, я же, блин, сыт, без меня проснется. Схожу позавтракаю, не как обычно, за 2 секунды. А, минут за 5. А планы какие сегодня? Да никакие, спать. Спать есть. Спать сегодня с сыном в идеале, с Димой. Короче, что в прошлом году? Что, блин, опять он выходит. Вообще, конечно, так у них интересно. Что, короче, в прошлом году я 21 июня спала, а что в этом году буду спать? Ну, вот так вот. Вот так как-то у меня получается, что каждый день рождения я сплю. Сейчас покажу вам, что готовят на завтраках. Даю из китайских ресторанов, несмотря на то, что это хаят. Все равно дают китайскую еду, ну и там, короче, есть европейская, конечно. Так, ну начнем вот с такого красоты. Тушеная капуста, рис, редька, лапша. Я всегда беру суп. Это все можно добавить в суп. Здесь у нас каша рисовая. Ее не буду, не хочу. Здесь тоже рисовая каша, но с оранжевой картошкой. Суп. Сиси. Тика. Так. Здесь у нас отдельный тут вот мясо, индюшка, по-моему, уточка, сырок, фруктики, фруктики, всякие закусочки, хлеб. Что имеем здесь? Тоже суп какой-то, каша, какие-то черемки, ой, грибочки сегодня, яички, яйца в чае, люблю. Сосиски, зачем-то жареный ананас, непонятно. К вафлям клубника, киви, сметанка. Так, булочки вы уже видели. Так, здесь можно сделать тосты с нутеллой, я, кстати, очень хочу. Салатики, можете сами сделать. Закуски, ну, вот так вот, вроде бы все. Выглядит симпатично. Тут достаточно тепло, я, наверное, туда сяду. Наберу, вам покажу, что я беру обычно. Так, суп. Взяла правые булки, одна сладкая, вторая с тофу, ну и овощей. Классическая история. Помним, да, что палки мы не кладем. Я сначала не понимала, как можно есть суп на завтрак, а потом как поняла. Теперь не могу себе в этом счастье отказать. Так, это вот мой главный подарок. И вот мой главный подарок принес мне, говорит. Внутренний, просто чтобы. I know you how much. О, друзья. Любовь от мужа и сыночка. Мы тебя любим. Кристофер, твоя идея? Рассказывай. Сонная макарошечка. Класс. Ну, открывай. Открывай. Ой, а я как раз его хотела. Чтобы вы понимали, я ему скинула этот термос. Я видела, да, что у них сумочка есть. Я скинула этот термос, сказала, что хочу. Дим подарил мне на день рождения. Тебе не стыдно? Нет, конечно. Но мне нравится. Естественно. Спасибо, любимый. А кажется, я чуть позже будет, да? Да. Ну что, я пришла в Starbucks. Вместо кекса у меня матча в день рождения. Starbucks подарил мне большой стакан матчи. Ну, у меня везде стоит, что день рождения. Так приятно, конечно. Зайду в Вагас там.
там мне тортик должны подарить. В общем, собираем везде подарки. Потом я пойду домой и как хочу провести день, да как с Димой, с Кристофером в кровати и за монтажом. У меня есть материал, я хочу начать монтировать следующий блог про сборы, про перелет. Вот, он у меня еще вообще не начат даже с монтажом, а у нас впереди переезд. Короче, я на Таобао столько всего заказала, это просто кошмар. Значит, человек дорвался, да? Короче, заказала там, во-первых, то, что нам нужно. О, Сиси! Сиси! Thank you! Заказала то, что нам... Значит, то, что нам нужно... Ой, как вкусно, блин, обожаю, конечно, на овсяном молоке, мачо в Starbucks. Заказала, в общем, то, что нам нужно первое время, то есть заказала Икею, там постельное, полотенце, чуть-чуть посуды, взяла тапочки, там в душевую занавеску новую. Потом заказала вчера кастрюлю, сковородку глубокую заказала, чтобы если что, овощи тушить, заказала ковшик, а на него ставится такая типа пароварка, но это чисто в Китае очень популярно, потому что они делают блюдечки на пару. Вот, ну и я хотела овощи на пару делать, потому что мой кишечник, конечно, на сэндвичах жить уже какой день? Четвертый, пятый, это просто кошмар. Вот, хочу суп, не могу, уже жду, когда перееду, сварю суп, сварю булгур, нормальную еду, блин, буду кушать. Все вареное, пареное. Ну это ненадолго, вы же знаете. Вот, и заказала пылесос, ручку беспроводную Xiaomi, чтобы понимали, за 2000 рублей. Ой, как я скучала по этим ценам. Ну, в общем-то, еще что-то заказала, я уже не помню, если честно. Так я вам на скидку сказала, что вспомнила. В общем, заказала то, что нам нужно будет на первое время. Заказала коврик Кристоферу. Игрушку новую чуть позже закажу. Просто мы в эту квартиру заезжаем на месяц, а через месяц надо будет, ну, типа, в этот течение месяца мы будем искать еще жилье. Вот. Что еще я хочу сегодня сделать? Я хочу сегодня дойти до Cartier. Я хочу себе кольцо Cartier обручальное и хочу браслет. Вот. Сначала я говорила, что мне не нравится, а сейчас мне начало нравиться. Еще мне нравится браслет Tiffany, но я хочу Cartier, наверное. В общем, сегодня я посмотрю. Но пока у нас денег нет, сегодня посмотрю, померяю и сфоткаю то, что мне нравится, потом еще Дим мне купит. Вот так вот. Так, что еще? Ну, в общем, такие планы. Ничего грандиозного, как вы понимаете. Ничего такого. Я, наверное, уже... Ой, выросла из того возраста, где я хочу что-то там... отмечать. Смотрела билеты. А, я вам же не рассказала самую жесть. Короче, помните, я вам снимала видео, где Шелли приезжала. Я тогда ела пасту, она была с орешками, я сломала зуб. Я была на таком стрессе эти дни, вы себе не представляете. Даже, кажется, мне молоко пропало. Сломать зуб в Китае, это просто катастрофа. Я сломала зуб, чтобы вы понимали, который был под коронку. Мне там осталось два корня, и у нас было условие, если я его ломаю, ко мне, либо я его закрываю в течение 2 часов, чтобы не попало туда никакая фигня, либо мне его вырывают. Сначала я, конечно, расстроилась, чуть ли не расплакалась, что я кормлю, во-первых, я не хочу бросать кормление. Вот, я жду, короче, переезд, буду делать банк молока в морозилке и подготовлюсь к этому моменту, если вдруг не дотяну до России с этим сломанным зубом. Вот. Но, походу, мне придется его вырывать, к сожалению, придется на имплант. Я, конечно, хотела его сохранить, вам там еще, его еще можно было сохранить, оставить свой, но жизнь вот такая вот штука. Короче, вот так вот, такие новости, вроде бы все. Стараюсь нервничать, успокоиться, я сегодня уже выспалась и себя чувствую чуть получше. Сейчас зайду в WhatsApp, у меня там куча сообщений, мне нужно на все ответить. Ну, я, наверное, не успею. Я прям посижу 10-15 минут, пойду домой. Мне дома... Дома тоже мне хорошо. Даже в 4 стенах. Какие желания у молодой мамы в свой день рождения? Сходить помыться надолго и сделать маску для лица. Так, что я с собой взяла? Во-первых, я взяла вот такую маску для волос. Я ее сделаю.
У меня есть патч под глаза, их пока ставлю, делать не буду. Я сделаю вот такую вот маску от Darling. Ну и такое умоюсь, постою в душе минут 5 целых. У меня, кстати, очень сильно отросли волосы. Но они выпадают, они не выпадают, они, короче, ломаются, потому что я постоянно с кукулей. Я вообще не помню, когда я распускала волосы. Ну, здесь только я без сына хожу куда-то. А, вот, ну, в общем, сейчас на это бодрствование сейчас посидела с Кристофером, с Димой. И пойду, на следующем пойду покушаю, возьму с собой и сходим в Кардье. Друзья, я оставила своих мужчин. Мы проснулись. Кристофер, ну как, я никак не могу, Милан пишет, он типа, ложись спать, когда он спит. Вообще не получается, он либо на титьке, либо ему что-то надо, либо ему неудобно, либо там мама ляг поближе, либо мама отляг от меня. Короче, вот так вот весь сон. Иду в, забыла, как называется, торговый центр. Эль Авеню. Здесь Мэйсон Маршал, правильно я сказала? Маршла. Я хочу там обувь померить, но, наверное, не сегодня. Мы идем к Cartier. Не знаю, но здесь есть, нет. И Bulgari еще здесь есть, по-моему, точно я знаю. Нужно померить. Нужно померить. Пойдем в центральный вход. Что мы пойдем, блин? Какая-то такого. Нужно померить кольцо. Я хочу померить кольцо, хочу померить браслет. И что еще? Мне еще надо зайти заказать с собой еду. Мы как-то с вами ходили в прошлых блогах. Здесь называется место Funk and Kale. Блин, а как здесь зайти-то вообще? Мы будем там заходить, походу. Ну вот. У нас есть немножко времени. Все вам покажу. Примерку покажу. Все расскажу. Вот, хочу и Funk and Kale взять, что хочу. Сэндвич, наверное, или буррито у них есть прикольная. И... Так, у них есть и паста. Что-нибудь из этого выберу. Господи, где вход? Надо было реально там заходить. Где-то здесь должен быть. И снова нет, друзья мои. Как-то такой торговый центр большой, а вход какой-то стрёмный у них. Вот, нашла. Витон, мы с вами туда пока что не пойдем, но если не найдем то, что мне нужно, то пойдем, я вижу Bulgari, пойдем в Витон. Хоть бы здесь был Cartier. Ван Клиф есть. Ван Клиф у меня уже есть, я не хочу. Тут я хочу Маркиана. Короче, я хочу, когда наконец-то разберусь кормлением, очень хочется вина, друзья мои. Так, ну что-то Bulgari. Ладно, все узнаю, где же на стороне. Это разочарование века. Здесь нет Cartier. Смотрим. Ferragamo, Bulgari. Van Cleef есть, да. Ну, я уже была в Van Cleef. Ну, хочу туда. Ну, пойдемте в Bulgari, померяем. И вы не сходим. Или обувь померяем. Померяем змейку. Змейка мне тоже нравится. Тут, конечно, роскошь, богатство, красота. Никого нет, слава богу. Вот змейка. Змейка. Есть золото белое. Есть золотое. Мне нравится больше белое. Но с бриллиантами, конечно, стоит 77 тысяч юаней. Это почти лям. Это очень много. Без бриллиантиков стоит почти 20 тысяч юаней. Это 250 тысяч рублей. Вот, есть только вот такое, тут голова, я понимаю, только с бриллиантиками. И еще, так, это сережки, полностью с бриллиантами нет, боже мой. И с одной, да, есть одна. Мы сейчас померяем, посмотрим, еще с камешками тоже красиво, кстати, с камешками видно вам? Зеленым красивым. Ну, короче, я хотела вообще двойную, но мне еще одинарная нравится. Сейчас. Браслет нет. Сережки красивые. Ну вот, красиво, да. Но мне, конечно, я хотела, чтобы голова была золотая. Но можно такую. Ладно, сейчас посмотрим. Это я.
ставлю свой зонт. Взяла в Хаяти зонт. Ждем. Так, вот эта вот змейка получается белая и в золоте. Сейчас попробуем. Смол. Так, я попробовала вот это М. Оно немножко болтыхается, но у меня, короче, вот здесь кость средняя. Смотрится, ну, не болтыхается оно. Сейчас попробую S-ку, подождите. Блин, S-ка я боюсь сейчас одену, и она потом не снимется. I'm scared. Да, у меня размер S определенно. M. Я уже попробовала S. Так, вот мне очень нравится змейка размера S. Она стоит 1900 юаней, это где-то 200-220 тысяч рублей. Ну, классная, красивая. Я хочу вот на замену или на второй палец своего причального. О, вау! Nice job! Сиси. Нет, M. Нет, no. The small one. Она тянется, что ли? And this one a little bit star, bigger. Yes. Мне понравилась змейка, но... Ну, блин, я хотела карте еще все равно померить. Зайдем в мои... Ага, это все равно тут нет моего размера. Можно даже не заходить, не тратить время. Пойдемте, закажем еду. А, сейчас, кстати, панчейт. Шаут, как они правильно называются, хрен его знает. Очень вкусный десерт, все, покажу. Они такие вкусные, что можно просто сойти с ума. Так. Идем с вами. Опять тут очень красиво. Посмотрите. Баночки с джемом. Что? Я считаю, что в свой день рождения просто грех не попробовать, правильно? Хотя я уже пробовала. Вот этот вот просто отвал башки. И вот этот тоже вкусный. Вот этот вкуснее. Так. Всякий хлеб. Я люблю хлеб. Возьму себе что-нибудь вкусненькое. Так выглядит праздничный ужин. Курица, картошка и каулифлавр. Монтаж влога. Хотела поесть номер, Дима сползил вниз. Посидишь там, спокойно поешь. Так что пришла. Поем быстренько прям. Пока буду есть, помонтирую. Мы завтра переезжаем. Наконец-то. Боже, я так рада вы себе. Представить можешь. Кстати, чисто китайская тема. Пожалуйста, они собрали виноград и квасную капусту. Не понять, конечно. Курочка. Тут половина курицы. Соус какой-то. Я поем часть, но голень только. Остальное и филешку с Диме. Что хотела сказать вам. Вышла на здесь 15 минут. Меня сейчас Дима, короче, поздравлял. Я говорю, ну, поздравь меня. Я говорю, нормально, с днем рождения. Меня поздравлял. И... в поздравлении было, знаете, такое вот дурацкое, и я на него обиделась. Типа, он меня поздравлял такой. Знаете, обычно, когда поздравляют, желают там, не указывают не на твои плохие качества, да, а на хорошие. Типа, ну, вот, то, что твой день рождения, он меня поздравляет и просто говорит одно мое там плохое качество, вторую какую-то проблему поднимает, еще что-то. И потом говорит, чтобы у тебя не было паранойи. Я такая, что у меня есть паранойя? Он такой, ну да, у тебя есть паранойя, мне кажется. И я начинаю, естественно, обижаться. Я говорю, что, блин, вообще с ума сошел? Кто в день рождения? Говорю, обижает так. Ну, собственно, жену, говорит, что у меня паранойя. Он говорит, это не обидно. Вам было бы обидно, если бы ваш муж назвал вас в день рождения, что у вас паранойя? Потрясающе просто. Я знаю, что он сегодня устал, так же, как и я. Но при этом я как бы и не показываю усталость, и... Я, ну, потому что работа родителям, работа мамы, это работа 24/7. О, Господи, ну ладно, ничего страшного. У меня получается каждый влог, я жалуюсь на своего мужа.
На самом деле он мне очень помогает с Кристофером, но просто он устал, и просто у меня день рождения, мне кажется, что можно было немножко собраться. Он же знает, что я все время с ребенком так сижу. Так что сижу, ем свой праздничный ужин деревянной вилкой. Вот так вот. Такие дела. Ну и ладно. Зато я счастлива. Смотрите, как хорошо я кушала. Монтирую влог. Короче, мне дали 5 минут отдыха. Посмотрите, как мне дали 5 минут отдыха. Просто я попросила 5 минут. 5 минут. Он просто вышел вместе с ребенком, пришел. Ну ладно. Пойдем назад. Я сейчас с вами пойду. Ну что, друзья мои. Сейчас закрою до конца. Ну что, завершение этого дня. Ну, я, точнее, больше не могу снимать, не буду, точнее. Поздравляю себя с днем рождения. У меня появилось 10 минут, я себе сделала маску, наконец-то, которую собиралась сделать днем. Чуть-чуть разобрала вещи, Дима завтра с утра их понесет. Налила себе праздничный чай, взяла себе праздничную шоколадку. Спряталась, сейчас помонтирую влог и пойду. Видите, даже внизу не удалось мне это сделать. Ну ничего, ничего страшного. Влоги, если что, будет выходить с опозданием. Но думаю, что нет. То есть я именно для этого смонтировала первые два влога, чтобы у меня был материал, чтобы я выпускала их каждую неделю. Так что вот так. С днем рождения. Ура, товарищи. Быстро, конечно. Сколько мне исполнилось, спросите, наверное, вы. 33 года. Я в шоке.